Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії Анна Кравчук. Сьогодні будемо говорити про те, що Дніпро долучився до всеукраїнської акції, присвяченої зниклим безвісти, полоненим та політв'язням. Сьогодні нам розкаже про цю акцію одна із організаторів її у Дніпрі Вікторія Солодухіна. Я вас вітаю, доброго дня! Ну, розкажіть нам, будь ласка, яка взагалі зараз, на сьогоднішній момент, ситуація з тим, кого я причислила, що сьогодні, і не тільки сьогодні, навлаштовує сім'ї політв'язнів, зниклих безвісти, загиблих і інших? Будь ласка. Ну, к сожалению, у нас по всем этим категориям людей, пострадавших от войны, совершенно катастрофическое положение, и именно это объединило нас всех в одну коло, которое вот соберется в субботу 18:30, когда пройдет всеукраинская акция «Нагадай про кожного». Я, в частности, представитель организации «Об'єднання рідних зниклих без вести «Надія». И могу рассказать о той катастрофе, которая происходит у нас вот уже 6 лет по отношению к пропавшим без вести и членам их семей. Одно из требований, которое мы выдвигаем на своей акции, это эффективная работа комиссии по пропавшим без вести. Еще в 2018 году, в июле, был принят закон о статусе пропавших без вести, согласно которому до ноября 2018 года должна была быть создана и начать работать комиссия по пропавшим без вести. Именно этой комиссии закон передал все полномочия для решения вопросов пропавших без вести. Это формирование единого реестра, это создание и работа поисковых групп, это помощь семьям пропавших без вести и социальная защита. К сожалению, впервые эта комиссия была создана в апреле 2019 года, но так ни разу и не собралась. Второй раз эта комиссия была создана вновь в июле 2020 года, то есть этим летом. До сих пор эта комиссия еще ни разу не собралась. Ну, правда, вот поступили сегодня сведения о том, что сегодня наконец-то соберется эта комиссия. Мы знаем о том, что об этом хлопотал президент, распоряжение отдавал премьер-министр. И меня очень сильно заботит, и не только меня, я думаю, всех родственников пропавших без вести, о том, насколько же эффективно будет комиссия, которую в течение 3 месяцев собирали до кучи, пытаясь заставить работать президент, премьер-министр, общественные организации. Именно для того, чтобы понимать, насколько эффективно работает эта комиссия и будет ли она вообще работать, одно из требований, которое выдвигается на вот этой общеукраинской акции, это проведение открытых заседаний этой комиссии и включение в ее состав в качестве экспертов представителей семей пропавших без вести. То есть тех людей, которые кровно заинтересованы в работе этой комиссии. Ну вот мы не знаем доподлинно, собиралась ли сегодня эта комиссия, а если она собиралась, то создана ли она? Потому что для работы любой комиссии необходим прежде всего глава комиссии, необходим секретариат и то самое положение, согласно которого эта комиссия должна работать. Первое заседание, если оно прошло, нам необходимо знать, что было сделано на этом заседании, потому что слишком долгие ожидания, слишком большие надежды возлагаем мы на работу этой комиссии. Кроме того, кроме этой комиссии по пропавшим без вести, акция поднимает такой вопрос, как закон о полоненных. Вы поймите, 6 лет с начала войны, тысячи, не сотни, тысячи людей побывали в плену. Более того, сейчас в Донецкой и Луганской области у нас потенциально находится порядка 3 миллионов заложников. И эти люди, возвращаясь из плена, им не гарантировано ничего. Возвращаются люди со сломанным здоровьем, со сломанными костями, со сломанной психикой.
И при этом государство не берет на себя абсолютно никаких обязательств по отношению к этим людям. 6 лет войны, 6 лет возвращаются эти люди, и 6 лет каждый раз правозащитники и волонтеры обращаются к государству, и каждый раз этот вопрос решается по воле доброго дяди, а не гарантируя законом решение прав каких-то, у которых у этих людей есть, ну хотя бы на восстановление здоровья. Этот закон о полоненных, по статусу полоненных, он был принят, по-моему, в конце 2019 года, но потом почему-то он был отозван, и второго чтения его так и не было. Следующий, не менее болезненный для всех, и для пленных, и для пропавших без вести, для их семей, вопрос – это полномоченный или ответственный по правам пленных и пропавших без вести при Офисе Президента Украины. Ну, я вам могу сказать, что наша организация, ну вот лично я в этом году 3 раза была в Офисе Президента. 3 раза с нами встречались, еще 2 раза с нами не встретились. Каждый раз это были абсолютно новые люди, это были какие-то мальчики, девочки, которые нам всей душой сочувствовали. И мы им очень благодарны за это. И каждый раз мы слышали одно и то же о том, что вы нам расскажите, что вас тревожит. Вот приезжают со всей Украины родственники пленных, которые сейчас находятся в плену, приезжают со всей Украины родственники пропавших без вести, те, которые 6 лет ждут известия своих близких. Мы собираемся под офисом президента. Нас приглашают, говорят, проходите. Нас встречают люди, очень вежливые. Они нам говорят, садитесь, пожалуйста, рассказывайте. Мы рассказываем. После этого мы говорим, вот мы хотим вот это, давайте это сделаем. На что нам говорят, ну подождите, подождите. К этому надо было заранее подготовиться. То есть вот мы, например, первый раз слышим о такой вашей проблеме. Так мы же к вам уже приходили неоднократно. Ну подождите, ну ведь вы же нас видите впервые. Мы вот только услышали вашу проблему, и нам нужно это обдумать, и нам надо над этим поработать. Соответственно, в следующий раз мы приходим, нас встречают другие мальчики, другие девочки, тоже очень вежливые, всей душой старающиеся нам помочь, но которые слышат о наших проблемах впервые. И таким образом, вот эти наши встречи, они носят характер, знаете, когда чайник закипает и крышечку поднимает. Вот накипело, ну как это так, ну 6 лет, ничего не делается. Родственники собираются, приходят под офис президента, их встречают, их выслушивают. Крышечка приподнялась, ну еще 2,5 месяца родственники сидят, извините, ровно. То есть, знаете, за 6 лет как бы нам уже немного надоело. То есть мы понимаем, что да, что это вот такая методика работы, там, с недовольными родственниками, еще с кем-то. Ну, а вы не попробовали, не хотите попробовать именно начать работать? Ну, собственно, вы за этим там и сидите. Вот, и поэтому мы хотели бы, чтобы был человек, у которого, который отвечает за защиту прав пленных и пропавших без вести. Один человек, у которого есть там какой-то аппарат, у которого есть отдел, но к которому мы можем обращаться, и который не сможет сказать о том, что он первый раз слышит наши тревоги и заботы, потому что именно эти тревоги и заботы будут его работой непосредственной. И есть у нас еще одно требование, согласно вот к этому пункту. Мы не хотим, чтобы этого человека нам назначили, потому что не с каждым человеком родственники пленных и родственники пропавших без вести смогут работать. Дело в том, что у нас вот уже создавались подобные отдушины, когда назначают руководителя. Понимаете, когда человека назначили, это значит что? Это значит, что у человека не хватает авторитета быть избранным. Если у нас рабочая группа, мы собрались, давайте выберем старшего. Нет, нам его назначают. Значит, вы не уверены в том, что этого человека мы выберем. Соответственно, этот человек в этом тоже не уверен. И он окружает себя теми людьми, которые заранее его поддержат. От этого, извините, очень сильно страдает дело. То есть мы хотели бы, чтобы должность, человек, который будет поставлен на должность ответственного за защиту прав пленных и пропавших без вести при Офисе Президента, был согласован с семьями пропавших без вести, с пленными, бывшими пленными. Как это сделать? Да очень просто.
До конца года мы планируем провести съезд, общеукраинский съезд пленных и пропавших без вести и членов их семей. И на этом съезде мы думаем, мы сможем дать вот оценку человеку, которого, предположим, офис президента готов назначить на должность ответственного. И есть очень больной вопрос, я бы сказала, который, к сожалению, без этой акции не будет решен. Это закон, который всячески откладывается в долгий ящик, а именно закон о военных преступлениях. У нас идет война, 6 лет. И знаете, я вот сама затрудняюсь понять, почему, например, военные преступники, которые пытали людей, да, которые убивали пленных в концлагере Треблинка или в концлагере Освенцим, эти люди преследуются до сих пор, согласно законам о военных преступлениях, которые не имеют срока давности и не имеют границ. Так вот, я не могу понять, почему, чем концлагерь Треблинка отличается от концлагеря Снежного под Луганщиной. Почему те люди, которые пытали и убивали, например, поляков в Треблинке, они преследуются, а те люди, которые пытали и убивали украинцев в Снежном, они спокойно разгуливают территорию Украины. Я считаю, это несправедливо по отношению к тем, кого убили, к тем, кого пытали, людям, которые потеряли на этом здоровье, и к членам их семей. И кроме того, вы меня извините, но мне кажется, это просто опасно для самого общества. Такое всепрощение. Нам говорят, вот этот закон может помешать помириться. Извините, но закон о военных преступлениях, он очень узконаправленный. Он не касается тех, кто пошел на референдум в ДНР, в ЛНР. Он не касается той учительницы, которая, согласно там, давлению со стороны, была там, одним из людей, которые там отмечали, ставили галочки на этом референдуме. Это очень узконаправленный закон. Этот закон касается людей, которые участвовали в убийствах и в пытках. И мы считаем, этот закон должен быть принят для того, чтобы те люди, которые сейчас пытают и убивают граждан Украины, чтобы они понимали, что и через 10 лет, и через 15 лет им не будет покоя на этой земле. И мы считаем это чрезвычайно важный закон. И другим способом, кроме как напомнить на нем на акции, мы, к сожалению, не видим. И последний, пятый пункт, который поднимается на вот этой всеукраинской акции, это обращение к СБУ с просьбой давать правовые оценки тем людям, которые выставляются на обмен, и тем, которые были обменены последние, как говорят у нас, крайние разы. То есть ни для кого не секрет, что два последних обмена были освобождены люди, которые были посажены за убийство, за криминальное убийство, за мародерство. Их посадила та сама сторона. Эти люди находят родственников с этой стороны, которые приходят к нам в СБУ, в милицию, и говорят, ой, моего родственника захватили террористы, и он находится в тюрьме. СБУ, принимая заявление от граждан Украины, милиция, МВД принимает заявление от граждан Украины, и этот человек вносится в список на обмен. И потом мы с большим удивлением узнаем о том, что люди, которые избивали в СБУ, в Донецкой избушке так называемой, пытали наших солдат, они обменены, мало того, они получили 100 тысяч от Украины, как люди пострадавшие, которые были в плену. Ну, с моей точки зрения, это нонсенс. И поэтому мы настаиваем на том, чтобы, когда становятся известны предварительные списки на обмен, СБУ давала оценку людям, которые должны быть освобождены. Вы поймите, я, например, сам совершенно согласна с позицией Андрея Ермака, главы офиса президента, который на нашей встрече сказал, что все украинцы, мы их всех будем освобождать. Разве мы против? Но там 3 миллиона украинцев, каждый из них потенциальный заложник. И мы не против, чтобы их всех освободили, наоборот, мы всей душой за. Но почему наши военные должны быть последними в этой цепочке из 3 миллионов? Почему люди, которые сидят с 2015 года, они должны ждать, пока вы освободите всех уголовников, которые та сторона согласна нам отдать? Ну, это по меньшей мере странно.
И именно от этого наше обращение к СБУ. И вы видите, ну, эти вопросы, они для всех чрезвычайно болезненные. К сожалению, годами не решаются. И мы понимаем, что решить их вот прямо сейчас одномоментно просто невозможно. Но движение, начать движение по решению этих вопросов просто необходимо. Об этом говорят все, об этом говорят и родственники пропавших без вести, и родственники тех людей, которые находятся в неволе сейчас, и военных, и гражданских. Об этом говорят ребята, которые были освобождены из плена, и военные, и гражданские. И об этом говорят родственники тех людей, которые были замучены в плену. Они тоже хотят получить право, чтобы судьба их близких, трагическая судьба, чтобы она не была забыта. Это урок, он больный, горький, он горячий. Но вот, извините, совершенно вопиющий случай, когда, если вы помните, в прошлом году, по-моему, в мае месяце, 8 ребят из тербатальона нашего попало в плен в Донецке, заехали. И они частично освобождены. То есть один из них был освобожден перед выборами, его освободил Медведчук. Несколько человек были освобождены в крайний обмен, а тело одного из них, если вы помните, Рома Беспалый, он был, его изуродованное тело вернули вот сюда, к нам, на родину, и были в прошлом декабре похороны. То есть вернули тело без внутренних органов, без гортани, с изуродованным лицом, с отрезанными ушами, с отрезанным языком, носом. Что скрывается, как этот человек умер. Они сказали, получили официальное сообщение о том, что он покончил с собой в камере СБУ. На что ребята, которые вернулись из плена, они говорят, покончить с собой в этих камерах невозможно, ты там находишься под постоянным контролем. То есть что с этим человеком произошло, мы не знаем, и мы вряд ли об этом уже узнаем. Но изуродованное тело нашего земляка, согласитесь, ну, оно же должно иметь хотя бы какое-то значение, преподать нам хотя бы какой-то урок. Оно должно хотя бы помочь предохранить, защитить жизни тех ребят, которые находятся в плену сейчас. Потому что из этих 8 ребят вернули, по-моему, 6. А 2 еще до сих пор в плену. Мало того, та сторона говорит, что их нет. То есть та сторона... террористы, они себя ведут, ну, не просто нагло, а вопиюще. У нас есть Лена Чмель, это вот моя подруга, которой я знакома 2 года. Ее сын попал в 18-м году в плен. Он был, с ним был снят фрагмент, эпизод в ДНР на телевидении вышел о том, что вот он, смотрите, вот он, пленный укроп. И после этого, когда к ним обратились, к той стороне обратились при обмене, они сказали, у нас этого человека нет. Мало того, мать беседовала несколько раз с сыном. Его видели волонтеры, которые передают ему посылки. Но та сторона просто не признает. Они говорят, у нас этого человека нет. А если они говорят подобным образом, это значит, что к нему не допускают ни Международный комитет Красного Креста, ни представители ОБСЕ и ООН. То есть По факту этот человек есть, но его нет. И это, ну, судьба многих людей, которые находятся там. В частности, вот, например, наша подруга Татьяна Матюшенко, да, ее муж. У него 4-я стадия сахарного диабета. То есть это человек, который нуждается, по большому счету, в диализе. У нее на руках есть приговор суда ДНР, где ее муж осужден на 18 лет. У нее есть заключение врача из Донецка о состоянии ее мужа. Когда она все это предъявила в Международный комитет Красного Креста, и они обратились, там, я не знаю, как это назвать, то, что там есть в ДНР, с просьбой оказать, ну, встретиться и дать возможность оказать медицинскую помощь этому человеку, на что им ответили, этого человека у нас нет. Вот такая вот у нас, к сожалению, ужасная, вопиющая ситуация. И до чего не дотронься, именно поэтому приезжают в Киев
соберутся родственники со всей Украины. Это будут даже вот впервые приедет Донецк и Луганск, то есть подконтрольная территория Донецкой области и Луганской области. В основном это пропавшие без вести гражданские. Даже их представители впервые приедут на вот эту нашу акцию, которая пройдет 10 числа в 6 часов, 6.30 в Киеве. И точно такую же акцию мы проводим в Днепре. В 18.30 в субботу соберутся представители семей пропавших, представители пленных и тех, кто готов нас поддержать возле Днепропетровской областной администрации в 6:30, 18.30. И мы будем признательны всем, кто готов поддержать нашу акцию. Мы подчеркиваем, да, мы понимаем, сейчас выборы, сейчас многим не до нас, но эта акция, она аполитическая. То есть мы приглашаем представителей всех партий, всех организаций, какие готовы поддержать, которые считают, что жизнь украинца, даже если он в плену, даже если он пропал без вести, чего-то стоит. Мы просим поддержать нас и выйти к Днепропетровской ОДА 18.30 10 октября для участия в акции «Нагадай про кожного». Я вам дуже вдячна за нашу прес-конференцію. Сподіваємося, що дійсно всі вимоги, про які ви сьогодні говорили, які ви озвучили, будуть виконані і ситуація зміниться на краще. Ви почули інформацію 10 жовтня 18.30, акція «Нагадай про кожного». Дізнатися більш детальну інформацію можна на сторінці у Фейсбук. Шукайте, читайте, обов'язково підтримуйте цю акцію. З вами сьогодні була Вікторія Солодухіна, одна із організаторів акції у Дніпрі, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!